Летом 2018 года Иван Перышич был одним из лучших на чемпионате мира в России и последние несколько лет прогрессирует в Интере. Гол-24 представляет игрока мечты по версии Ивана Перышича, одного из самых недооцененных футболистов современности. Подпишись на наш канал и не пропускай новые видео. Пиши свой город в комментариях, и, возможно, он появится в следующем ролике. Штрафные удары. Кристиан Эриксен. Этот футболист удивлял своими штрафными еще во времена Аякса. У датчанина невероятный поставленный удар с точки. Он может как пробить на силу, так и закрутить по сумасшедшей траектории в самый угол. Не зря Кристиан вдохновлялся штрафными Пирло. Видение поля. Кевин Де Брюйне. В свое время Кевин не пригодился Челси, а сейчас является одним из самых умных в плане игры футболистов современности. У него нет лишних движений, касаний и понтов. Каждое действие Де Брюйне продиктовано ходом игры. Он делает все просто, красиво и эффективно. Все точно так же, как и на сайте 1xbet. Все просто и красиво. Ставьте и выигрывайте вместе с надежным букмекером 1xbet. Ссылка в описании. Завершение атак. Харри Кейн. Спортсмен рассказывал, что вечерами смотрит максимум футбола и записывает разные фишки нападающих в блокнот, после чего обсуждает это с Почеттино и тренерским штабом Тоттенхэма. Харри постоянно самосовершенствуется в разных компонентах игры, но финишинг — его козырная карта. Дриблинг. Лионель Месси. В современном футболе, пожалуй, нет защитника, который мог бы отнять мяч у Месси при игре один на один. Чтобы остановить Лео, нужно либо фолить, либо набрасываться на него толпой, применяя грамотную подстраховку. В любом другом случае он по привычке в последний момент уберет снаряд в сторону и промчится мимо оппонента. Игра головой. Серхио Рамос. К этому футболисту могут быть претензии по игре в обороне или грубости на поле. Но чего у Рамоса не отнять, так это бойцовского характера и потрясающих физических данных. Серхио всегда нацелен на ворота противника, и каждое его подключение при угловых — настоящий ужас для обороны соперника. Отбор мяча. Казимиро. С приходом бразильца Реал обрел тот самый необходимый баланс в центре поля. Казимиро грамотно действует по зонам и учится больше воздействовать на атакующую игру команды. Но главная его особенность — отбор мяча. В этом он безупречен. Мастерство. Криштиану Роналду. Перышич очень похож на Криро по позиции и стилю игры. Ему также нравится смещаться с левого фланга и замыкать атаки в штрафной. Любит финтить и бить издали. Иван уступает Криштиану как раз в этом самом мастерстве. Профессионализм и навыки Роналду феноменальны. В прошлом видео мы спросили вас, тренер Эйбара Хосе Луис Менделибар является рекордсменом лиги по удалениям. Друзья, сколько раз за карьеру ему пришлось покидать поле до финального свистка? Ответ. Главного тренера Эйбара Хосе Луиса Менделибара за карьеру удаляли 9 раз. 3 раза в Вальядолиде, другие 3 раза в Осасуне и 3-жды в Эйбаре. Рекордсмен. А теперь следующий вопрос. Любой футболист будет расстроен малым количеством игрового времени, но Перышичу лучше помолчать. Публично жаловаться на судьбу — это по-детски. Друзья, кому принадлежит эта цитата? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.